Ну откуда же я мог знать, что не любить Пушкина нельзя? Потом я понял, что любимый поэт — это Пушкин, композитор — Чайковский, ну а художник, естественно, Репин. Сейчас бы я сказал Гоно. Это испытание, которое ты проходишь, и в конце, когда спектакль получился, получается, ты в себе больше уверен, что, блин, оказывается, я могу это, возможно. А еще плюс Моника в том, что, да, тебе не помогают партнеры, но в то же время тебе никто не мешает. Есть широта, есть пространство. Ты в этом живешь, это клево. Традиции. Бах! Училку по литературе можно бах! За Полина Паклу бах! Мамедова за то, что он салат трючил бах! Козлов этих, которые у меня магазинчик на Василеостровской отобрали! Бах! 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 Артист-автор, конечно. Я видел много примеров в своей жизни, когда на площадке, например, 10 актеров, и эти 10 актеров похожи на одного человека. Кто-то... не выглядит. Поэтому актеры и режиссер, мне кажется, если тандем и связь образуется, то это только лучше. Булгаков, мастер Маргарита.